Усім привітання! Каля мікрофона Наташа Круш. І сьогодні я розкажу вам про бітву апельсинами у Італії. Апельсиновая битва – это не просто популярная забава, а частка історичного карнавалу у стародавнім містечку Іуреа, якое знаходиться у італьянской провинции Турин. Мероприємство з'являється у нейкой мере історичной реконструкцией, тому что яно костюмированное и организованное. Костюмированная битва притягивает больше уваги, чем сам карнавал, тому збирає не только жихаров с разных кутков Италии, але и велизарную колькость туристов. Бо где еще можно официально покидаться апельсинами, да еще и опрануться на середневечный строй? Принять удел може любы, але треба загадя зарегистрироваться на официальном сайте мероприемства. Люди записываются у команды и их разбивают на несколько групп. Одни ходят пешу, а иншие разъезжают на колесницах. На протягу трех дён гэтыя группы спаборничают помеж собой, закидываючи одно одного апельсинами. Яны перемещаются только по пэўных вуліцах, якія загадзя вызначаны для маршруту. Апельсиновая битва – гэта падзея, якая звязана з гісторыяй. Вядома, што згадкі пра карнавал датуюцца 1808 годам. Карані падзеі сыходзяць у сярэднявечча і пераплятаюцца з легендай пра дачку млынара, нясуць памяць аб вызваленні народа Іўрэі ад тыраніі феадалаў. Битва атрымала афіцыйны статус у 1858 годзе. Яе галоўным героем стаў млын, а апельсин, які ляціць, з'явіўся сімвалам свабоды і смеласці. Сёння карнавал у Іўрэі прызнаны падзеяй міжнароднага значэння і найстарэйшым карнавалам Італіі. На гэтым у мяне ўсё. До сустрэчы ў наступным падарожжы.